1880 год. Вот смотрите, какие были платья интересные. Ну, в качестве примера. Какие наряды, длинные, да, как все было. Все закрыто, приталено тут. Смотрим. И рюшечки, и всякие висюлечки. Это вот так вот. Модный свет, 1880 год. Издание Санкт-Петербург. Вот, тут две подружки что-то друг другу нашептывают. О, какие дамы. Какие наряды, точнее. Ну, видишь, как все. Тут как у королевы прям. Друзья, мир вашему дому. Всем доброго здоровья. В мои руки попал вот такой, такая интересная книга. Значит, 150-летней давности. Вот тут 1880 год. Ну и так далее, там 1900 чем-то. Значит, зачем я ее взял? Хочу придумать новый дизайн для своих... Эти травы, которые мы с ребятишками собираем, значит, фасуем. Ну, новый дизайн, в общем, для этикеток. И решил обратиться, думаю, как вот, как это раньше делали, да, вот мне интересно стало. Вот тут были наряды, значит, я их пролистал и дошел до объявлений. И вот что меня удивило. Значит, это 1913 год. Я сейчас зачитаю некоторые объявления отсюда. Ну, например, вот, значит, тут написано... английскими или французскими буквами, значит, а потом по-русскому. Только что вернулась из Парижа и привезла все последние новости красоты. Аппараты и маски для устранения морщин и двойного подбородка, значит, уничтожение волос с лица, там, косметика всякая, душ для укрепления бюста. То есть, сколько там уже? Практически 150 лет эти проблемы. Они как были, их никто никак не может порешать. Вот, потом тут-то где-то, значит, ну, кто-то корсеты продает. Значит, специальное лечение перхоти, зуда, выпадание волос, преждевременное облысение. И там гигиеническое мытье головы, 1 рубль. Вот. Ну, также вот шторы продают тут, пальто, костюмы. Детская молочная фосфоризованная мука. Лучшая замена материнского молока. О! То есть уже в то время они уже знали не какой-то там Nestlé там или что-то вот, а тут, видишь, значит, минеральные воды, нарзан и сантуки тут вот продают. Вот, сейчас дальше полистаем. Ну вот мы тут смотрим, Малафеев какая-то, Забалканский проспект. А, ну короче, обувь продают, вот тут цены без запроса, прикс-фикс. Я сначала подумал, фикс-прайс вообще. А вот видишь, наверное, прототип фикс-прайса, все по 50 рублей. Так, вот смотрите, Хлебников, сыновья и ко. Серебряные, золотые, ювелирные изделия, церковные утвари, образы. Величайшая фабрика России, во как. Так, древнегреческое средство лития для волос, бороды, усов и бровей. Вот, короче, смотрите, интересно еще такое, значит, объявление. Обращение к дамам. Во время вашей прогулки по Невскому воспользуйтесь случаем зайти в магазин Бурхард Невский 10 и посмотреть новейшие изобретения в области домашнего комфорта. Стол-универсал. Вы будете поражены удобством применения. Преспокойно нежесть в постели, не утомляясь, не изменяя своего положения. Вы читаете книгу или пьете ваш утренний кофе. Здоровым приятен, больным безусловно полезен. Осмотр не обязывает покупки. О, как! Не обязывает покупки. И вот смотри, вы читаете книгу, да, а сейчас бы, наверное, сказать, вы там с утра там в телефоне сидите там вот и... Ну, прикинь, какая реклама. Духи. Дивный час. Вообще невероятно просто. Посмотрите, последние новости Парижа. Давайте посмотрим, что там в Париже было вот в те времена. Значит, ага. 13-14 год. Вот смотри, тут еще не могу... Корсеты Абрамсон. Видать, настолько перетянули, что что-то бедная она аж как там дышит-то. Что-то ничего у нее нет вообще. Так, ну, сейчас. Смотри, каким образом мне удалось в течение месяца увеличить свой бюст на 6 дюймов. Вот смотри, какая была и какая потом стала. Ну, понятное дело, как тут не купить, тем более с таким примером. Как это? Фотошопа не было. Что это такое там было? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот прикинь, да? Сколько лет назад, а вот, ну, проблема все та же была, конечно. Надо же. Я-то думал, у них там что-то другое было. Прикинь, это царская Россия. У них там, ну, проблем других не было, наверное. Жили, наверное, очень хорошо.
Вот смотри, тут большие магазины пищевых продуктов О Гурме. Наверное, это типа вот каких-то магнитов или пятерочек на нынешний лад. Для званых завтраков, парадных обедов и ужинов. В общем, вот тут листал-листал, и пока вот тут, значит, какие основные эти, видать, проблемы были, что ли, я не знаю. Это вот детская вот эта молочная, значит, мука, волосы лечебницы, значит, всякие духи, корсеты, бюст увеличения, значит, тут проблемы, видать, мучились тут как-то. Ну и тут это, мебель еще рекламировали. Вот основные, наверное, такие проблемы тех времен богатой России имперской. Ну вот тут интересно еще одно из объявлений. Юбилейный, значит, одеколон духи инокини Марфы. То есть неплохо так инокини жили-то, по всей видимости. Мне кажется, это как бы прародитель этого бабушка Агафья, да, там есть шампуни, по-моему, всякие. Вот, а это вот инокини. Вообще, я смотрю, они там неплохо жили в царской России. Вот смотри, одевались практически целомудренно, по сравнению с тем, что сейчас-то есть, это вообще просто высшее целомудрие. Смотри, какие длинные платья, все тут, все как бы закрыто, все прикрыто. Где-то чуть-чуть есть разрезик, конечно. Вот так вот. Немножечко мы окунулись в прошлую жизнь. И самое главное, что в этом как бы журнал еще обязательно где-то, по-моему, а тут что-то нету, это про покушать там что-то было. Вот Габила, это, наверное, типа Дольче Габбана, наверное, на сегодня. Английские дамские блузы. Корсет мечта Клавери какой-то. Вот смотри, раньше корсеты, а сейчас нет, сейчас что-то такое вообще не слышал даже нигде. Восстановитель кишечника. Вот тогда тоже кишечник восстанавливали. Все как сейчас прям. Швейные машинки Зингер. Ну вот, в общем, как бы небольшая экскурсия на 100 лет с лишним назад. Ну, вот тут такие заголовки. Полный переворот в конструкции швейных машин. Вот последняя новость. Тут все, вот понимаешь, как бы это. Все прям практически как сейчас. Детская обувь. И так далее. Крем какой-то тут. О, наконец-то. Вот видишь, вот она проблема. От геморроя тут что-то, свечи какие-то. Вот уже все это, и тогда уже, оказывается, все мучились. Так, со света. Ну вот, заканчиваем, короче, тут. Парижские плерезы, эгреты, пороги, страусовые перья, цветы, вуали. Всегда последние новости Парижа. Вот интересно, да? Вот все, что Париж, то есть это круто, а вот у нас, получается, не круто, что ли? Все почему-то оттуда. Тут даже есть траурные платья. Вот. Также вот художественно выразительно играть. Так, может только... Видать, обучающие курсы какие-то, игры на пианино там. Вот. Ну, что-то я полистал тут, не знаю, смогу ли я, нет, что-то среднее выбрать. Я что-то думал больше, но сейчас еще полистаю. Может быть, что-то вот хотел как-то вот в таком стиле сделать, значит, проект этой, ну, этикеточки. Вот. Ну, мы что-нибудь выберем, придумаем, в общем. Так что все, всех благодарю за экскурсию, кто был с нами. Отравляет, мочевая кислота отравляет организм. Что-то смотри, вот песок и камни в почках. О, они уже тогда уже тоже мучились. Так что ничего нового. Ничего нового. Проблемы-то все одни и те же, оказывается. Уже столько лет прошло, а что-то все обещает вылечить. А ничего что-то не лечится. Самое главное, что деньги зарабатывают. Только в путь.